Всем привет! Сегодня мы поговорим, скажем так, о первом физическом массовом продукте Яндекс, об умной колонке Яндекс.Станция. И вы сами уже догадываетесь, что она умеет делать. Сегодня не день выводов и глубоких разборов, поэтому мы будем говорить не только про то, что она умеет, но про то, как она создавалась. Именно для этого мы приехали в офис Яндекса и все у них расспросили. Для начала, что такое Яндекс.Станция? Это умная колонка, куда встроен ассистент Алиса, с которым мы прекрасно знакомы. Настройка происходит очень просто, и все начинается со слов «Привет, это Алиса». Рада знакомству. Я живу внутри Яндекс.Станции. И сейчас расскажу вам, как ее настроить. Сначала установите на телефон приложение Яндекс. Или обновите его до последней версии. Затем откройте приложение. На самом деле настройка похожа на то, что мы уже видели в Apple HomePod. Ты просто подносишь телефон, он проигрывает звук, и все, вы уже можете пользоваться станцией. Ваша станция настроена. Я могу поставить музыку, включить кино, разбудить вас утром, установить таймер, а еще мы можем просто поболтать. Безусловно, станцию можно спрашивать все, что угодно, все, что взбредет в вашу голову. Если вы спросите, какая погода в Москве... В настоящее время в Москве -1, облачно, дождь со снегом. То можно сразу спросить, какая она и в Питере. Еще пример, сколько лет Биллу Гейтсу? Его возраст 62 года. Сразу можно спросить, где он работает и кто его жена. Среди других примеров можно что выделить? Можно узнать у Алисы, сколько в 57 долларах рублей, она ответит по нужному вам курсу. Можно узнать, как доехать до корейского ресторана, а потом сказать «а пешком» и так далее. Можно задавать несложные математические задачки. Как еще давным-давно говорили Яндекс, ответ есть. Вы уже заметили, что многие ответы отображаются на телевизоре. И да, это означает, что Яндекс.Станция работает с мониторами и телевизорами, потому что в ней есть HDMI, и это киллер-фича. В итоге мы получаем умную колонку, голосовой ассистент и онлайн-плеер для телевизора. Собственно, если ничего не подключать, то будет работать как умная колонка. Но даже если нет интернета, то подключайте ее как обычный Bluetooth-спикер. И правильный вопрос, а могут ли они работать вдвоем? Две колонки сразу. Будут работать в стереорежиме, сейчас нет. И на лонче, ну вот когда мы будем ее запускать, скорее всего, эта функциональность не будет поддержана, но она придет очень скоро после запуска, когда можно будет объединять несколько колонок в стереозвучание, в объемное звучание. По Bluetooth, да, это можешь выводить на нее любой контент с телефона, с ПК. По Bluetooth все достаточно просто. Говоришь, Алиса, включи Bluetooth. Хорошо. Все, сейчас он активирован, ну, то есть ты можешь его найти. В общем, работает без сети, и это большой плюс в сравнении с конкурирующими устройствами. При подключенном интернете у тебя открывается сильно больше возможностей, ты можешь делать там, такие вещи, как «Алиса, найди мне музыку романтическую». Ну и, конечно, она распознает разные виды запросов. Захотели романтическую музыку — получили, будет вам Yes Boss. Об этом поговорим еще, но чуть позже. Что из себя колонка Яндекса представляет внутри? Это 4-ядерный Cortex A53 с частотой до 1,4 ГГц от производителя Allwinner, 1 ГБ оперативной памяти и 8 встроенной. Еще одна важнейшая вещь — Яндекс думает о приватности пользователей, поэтому сотрудники Яндекса заявили, то, что микрофон мьютится не на уровне софта. Недавно на этот счет у Google был скандал. Мы делаем как? Когда ты нажимаешь эту кнопку, обесточивается, вот просто не подается питание на микрофоны физически. То есть это отдельный контур, вот не зависящий от этого полностью. То есть когда у тебя горит красным, это означает, что физически нет питания на микрофоны. Он не может гореть красным, если есть питание на микрофон. Это вот прям ultimate mute мы это называем, то есть это полная гарантия. И это не то, что мы там тебе обещаем не отправлять, это вот полностью гарантия, что мы тебя не слышим. Нам кажется, это очень важный аспект, ну, такой сильный privacy, и нас отключаешь. Когда ты его отключаешь, она слушает, она ждет слово «активатор», но в этот момент не отправляет ничего на сервер. На сервер она начинает отправлять только, когда она зажигает LED вот здесь. Да? Алиса. Сейчас пошло на сервер. Собственно, на все внутренности мы тоже успели посмотреть, но давайте вернемся к поддержке экранов. Здесь нет пульта. Да, у Яндекс.Станции нет пульта, и вы скажете, что это странно, но мы ответим, что это офигенно, потому что все управляется голосом и сделано довольно качественно. Вы можете листать список фильмов, причем не называть фильмы, а говорить по цифрам 1, 2, 3, 4, 5. Говорите, следующая страница, список фильмов обновляется. Вы можете мотать 20 секунд вперед, 20 секунд назад. Все это Яндекс.Алиса понимает, и спасибо, что такая возможность есть. Вот тоже обратите внимание, можно не номер, не только номер говорить, а и название. Вот это платный контент, можно сказать, Алиса. Нет, там еще купить. Алиса, купить. Вот, ну то есть мы решаем задачу не только там
не поиска пульта и вбивания текста, да, и причем не точно. Мы еще избавляем тебя от необходимости искать оптимальные, тыкать в разные, там, ну, я не знаю, как вы, но я вот, например, перед тем, как смотреть фильм, я смотрю его там, ищу на Apple TV, на Иви, на медиатеке, смотрю, где наиболее оптимально, там, выбираю и смотрю, да. Все завязывается на учетку Яндекса, и компания будет дарить годовую подписку при покупке станции на Яндекс.Музыку, а также на несколько месяцев на один из сторонних видеосервисов. Это профессиональный видеоконтент. Алиса, покажи серии «Игры престолов» второй сезон. Что насчет звука и музыки? Яндекс никак не ограничивает разработчиков, поэтому условный Spotify приходит в Россию, хочет продвигаться, делает так называемое приложение для Яндекс.Станции, никто ему слова не скажет, любой желающий сможет им воспользоваться. Это очень круто. В любом случае, Яндекс.Музыка будет работать лучше, потому что это собственный продукт компании, он запоминает ваши запросы, предлагает рекомендации, это во-первых. И второе, это некая персонализация, ну, например, музыки, когда ребенок просит поставить мелодию, даже если у него нет аккаунта Яндекс, да, это режим семейного доступа такого. Она ставит ему музыку детскую, если мужчина просит, ставит мужскую. Безусловно, вы сможете в будущем подключить свой Яндекс.Диск. Куда без этого? Интегрировать диск сюда. Это что означает, что сможешь смотреть фильмы и слушать музыку еще с своего Яндекс.Диска, да, или там смотреть фотографии в будущем, да. Вот, там, календарь, почта, все вот такие истории. Ну, такси, естественно, маркет. Звук. Скажу честно, он чуть хуже, чем у Apple HomePod, но у HomePod звук практически эталонный. Здесь он тоже хороший, чтобы раскачать тусовку в доме, его хватит вот так. Сделано. Безусловно, многие функции, о которых мы уже поговорили, на старте не будут доступны, но видно, как специалисты Яндекса стараются улучшить станцию. И, кстати, как к станции можно обращаться? Смотри, у нас есть надежда сделать как? Чтобы ты говорил вот так, например. Ну, сейчас она, этот режим выключен. Например, так, какая погода, Алиса? Или скажи мне, Алиса, какая погода? Она сейчас так не умеет. Она умеет, но у разработчиков мы это пока не выкатываем в работу, но нам кажется, что обращаться к ней в будущем можно будет не только используя слово в начале, но в любой части предложения. Мне кажется, это более по-русски. Да, то есть, когда дома слушаешь, ну, понятно, не на максимальной громкости, а, ну, на достаточно такой обычной громкости в доме, ну, вот когда ты просто дома слушаешь музыку, общаясь с членами семьи, да, на таком уровне громкости она слышит тебя с расстояния 5-6 метров достаточно уверенно. Вот, ну, это, я не знаю, это, наверное, вот такой уровень громкости. Ну вот мы сегодня проверяли, она на 6 уровне громкости. Алиса, включи уровень громкости 6. Колонка будет доступна в нескольких цветах, но о них, о ценах, о возможностях и ассортименте мы поговорим уже в полном обзоре. Кожу, кстати, снимается, без нее тоже можно использовать колонку, симпатично выглядит. И законный вопрос, а на звук-то это влияет? А пару децибел теряется. Ну давайте послушаем. А вот это вот активируем. Алиса, включи Metallica Hell on Fire. Включаю у Металлика. Песня Hell on Fire. Ну, не кардинально. Вот, собственно, и все. Как по мне, получилось круто и симпатично. Колонку решили сделать в строгом стиле. И, на мой взгляд, это такая некая отсылка к конструкторскому бюро СССР во всех положительных смыслах. Потому что в Союзе умели делать хорошие и надежные вещи. Вот колонка вызывает примерно те же чувства. Плюс она превосходит по своим возможностям Amazon Echo, HomePod и Google Home. Естественно, для русскоговорящих пользователей. На этом все. Расскажите, что вы хотите узнать о Яндекс.Станции, какая цена для вас адекватная и вообще купили бы вы ее себе. Ну еще в целом ваши эмоции. Сразу монитор, луидор, и она дальше сама продолжает уже видео.